Добрый день, друзья! С вами вновь Роман Салагов, представитель холдинга мексиканского RCD Hotels, в управлении которого находятся различные отельные бренды, такие как Hard Rock Hotels All Inclusive, Nobu Hotels, Unico 287, Residence Inn Merida и Cancun. И сегодня речь пойдет о нашем одном из самых интересных отелей на Ривьера Майя. Это Hard Rock Hotel, одноименный Ривьера Майя. Итак, давайте посмотрим, где же он находится, где располагается. Буквально час езды от аэропорта Канкуна, достаточно удобное расположение. Отель достаточно большой, практически 1300 номеров. Отель разделен на две зоны. Первая зона здания с 1 по 3 – это зона 18+. Она называется Heaven, соответственно, только для взрослой аудитории. И вторая зона, которая большая по размерам, это, соответственно, зона Асьенда, семейное здание с 4 по 9. У каждой зоны есть свое главное здание с лобби, куда, соответственно, сразу приезжают клиенты, с ресторанами, барами и так далее. У нас отдельно стоящий конгресс-центр, то есть все группы сразу приезжают сюда, чек-ин и чек-аут мы им делаем именно здесь, то есть никоим образом потоки не пересекаются, заселение происходит максимально быстро. Бесплатная парковка автомобилей для клиентов отеля, то есть, пожалуйста, на весь период проживания можно свое авто оставлять здесь, на парковке, это абсолютно бесплатно, напомню. Вот. Есть такой небольшой лайфхак. Дело в том, что семейная зона, она чуть дешевле зоны Heaven, поэтому даже если вы бронируете сюда взрослую клиентуру без детей, то они беспрепятственно, если им, конечно, есть 18 лет, беспрепятственно могут пользоваться всей инфраструктурой зоны Heaven, то есть зоны 18+, всеми барами, ресторанами, бассейнами, пляжные, да, там линии и так далее. Давайте рассмотрим семейную зону, напомню, она называется Hacienda, 870 номеров, 5 ресторанов, все они а-ля карт, кафето, это своеобразный такой мексиканский Starbucks в главном здании, вот здесь расположен на первом этаже, недалеко от лобби, здесь, соответственно, подаем дополнительные завтраки, закуски, десерты, кофе, выпечка, мороженое, ну и так далее, так далее. 3 бара в этой зоне, 24 часа обслуживания номеров, 2 бассейна, включая детский бассейн, мини-клуб для детей до 12 лет. Не забываем, что дети до 4 лет в наших отелях Hard Rock All Inclusive в Мексике, в Доминикане идут как инфанты, проживают бесплатно. И детишки от 4 лет до 17 практически в течение всего года также проживают либо бесплатно, либо идут по единому тарифу. То есть обычно многие отели делают, скажем так, тариф для детей только до 12 лет, у нас до 18. Kids Pop Experience – это дополнительная музыкальная программа для детей до 12 лет с уклоном, как я уже сказал, в музыку. Здесь песни, пляски, танцы, фотосессии на красной ковровой дорожке в различных образах, караоке-баттлы, в общем, куча активностей для детей, и это без доплат. Music Club – программа для клиентов старше 12 лет. Здесь абсолютно бесплатно можно научиться лобать на любом музыкальном инструменте. Клавишные, барабаны, гитары, есть инструкторы, они помогут, подскажут, научат. The Cavern – это Teens Club, то есть клуб для тинейджеров от 13 до 17 лет. Своя тусовка, без родителей и так далее, то есть отдельная зона.
Около бассейна находится, около детского бассейна находится несколько небольших горок, но помимо этого у нас еще есть полноценный аквапарк Rockaway Bay, который также находится на территории отеля. Чуть позже мы его с вами увидим. Также очень важный момент: снорклинг, сап-доски, либо paddleboard, как называют по-разному, каяк, аренда каяка, все это бесплатно, да, то есть на территории нашего отеля. Также теннисные корты, велосипеды, зиплайн и стена для скалолазания тоже входят в систему All-Inclusive. Напомню, что этот отель работает только на системе «Все включено», других вариантов здесь нету. City Show – это амфитеатр на втором этаже в семейной зоне, в главном здании. Различные шоу. Также обратите ваше внимание, что это редко где встречается в отелях. Есть тренажерный зал и салон красоты для тинейджеров. То есть это очень удобно, когда приезжает семья и, скажем, мама с 16-17-летней дочерью, которой, ну, соответственно, еще нет 18, да, она не может пойти в зону 18+, они могут провести время вместе в салоне красоты именно в данной семейной зоне. Это очень-очень удобно. За дополнительную плату у нас идет комплекс экстремальных видов спорта Woodward и преодоление препятствий Rectangle. И также наша новинка – это Escapology Escape Room. Это так называемые квесты, когда за 60 минут нужно выбраться из комнаты, да, выполнив определенные задания. То есть, как видите, очень много всего интересного в этой зоне. Также важный момент – это пляж. Самое, наверное, важное, что нужно запомнить по этому отелю, здесь гарантированно можно плавать в течение всего года. Дело в том, что в 30 метрах от входа в воду стоит мощный природный волнорез, поэтому как бы там ветер ни дул, как бы волна ни бесновала за этим волнорезом, вот в этих лагунах всегда все спокойно. Плюс на входе в воду нет камней, это большая редкость для зоны Ривьера Майя. Поэтому тоже, пожалуйста, об этом помните. Максимальная глубина, вот если мы зашли и топаем, 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 она составит примерно 3,5 метра. Поэтому данный отель, в принципе, как семейная зона, так и зона 18+, идеально подходит для тех, кто приезжает с детьми, с одной стороны, но также для клиентов, которые боятся, может быть, открытого океана, открытого моря, да, вот этой бескрайности воды, боятся глубины, плохо плавают и хотят, соответственно, чувствовать себя на отдыхе максимально спокойно. Вот в этом случае этот отель им подойдет на 100%. И также очень важно, здесь нету водорослей, потому что волнорез работает на 5 с плюсом, а в пространствах для циркуляции воды, естественно, они есть, поэтому вода всегда свежая. Эти пространства, они узкие и вытянутые, то есть даже когда водоросли начинают забиваться и вот пытаться выбраться сюда в лагуну, здесь стоят плотные сетки натянутые. То есть наши сотрудники тоже за этим следят и все это дело отгребают вот сюда к берегу, выбирают в пакет и уносят. То есть клиенты отдыхают мега спокойно. Поэтому, пожалуйста, вот, обратите ваше внимание на этот пляж. Вот так выглядит главное лобби в семейной зоне Асьенда. То есть, в принципе, сама стилистика этой зоны, она такая более мексиканская, классическая. То есть много темного дерева, ярко-рыжих тонов, зелени. Конечно же, музей музыки, меморабилия прям сразу везде. Вот, допустим, пушки с концерта AC/DC 91 года, различные личные вещи, знаменитости. В общем, куча всего интересного. Санбар как раз располагается рядом с лобби, работает в течение всего дня. Фирменные крафтовые коктейли, плюс вот две такие панели, где можно послушать музыку, опять же, да, выпив какой-то коктейль, напиток. Кафе – это вот тот самый а-ля Starbucks, где кофе, выпечка, различные десерты, панини, салаты, есть варианты без глютена, без лактозы, в общем, куча-куча всего. Рестораны. Так как система все включено, за рестораны доплачивать не нужно, независимо от того, какой у вас тип номера, на сколько ночей вы приезжаете, все это включено в стоимость проживания. Пиццетто – это пицца из каменной печи, различные снеки, закуски, такос и так далее. Ипанема – это бразильское родизио, где каждые 5 минут на здоровенной шпажке вам несут мясо до тех пор, пока вы не перевернете карточку на столе. Зен – азиатский ресторан с уклоном в тепаньяки. У нас порядка 12 столов для тепаньяки, такие П-образные станции. По центру стоит шеф-повар, да, кидает ножи, огонь там к потолку стремится. В общем, это действительно очень увлекательное шоу. Помимо этого, конечно же, есть и а-ля-карт, и суши-бар. То есть, пожалуйста, клиенты могут посещать любые рестораны без ограничений. Фрида – ну, так как это Мексика, мексиканский ресторан, конечно, имеет место быть. The Market. До пандемии это был ресторан-буфет, то есть шведский стол. Сейчас это интернациональная кухня а-ля карт. Хочу, кстати, напомнить, да, что все наши рестораны работают как а-ля карт. В номерах
Начнем с того, что минимальная площадь номера от 42 квадратных метров, фирменные принадлежности Rock Spa от Gilchrist & Soames, это Великобритания, с 32 года ребята этим занимаются. Также мы бесплатно даем матрасы для занятия йогой, да, по запросу, то есть, пожалуйста, можно взять. Все номера оборудованы полноценным балконом с джакузи, то есть во всех номерах двухместный джакузи. Фирменные халаты и тапочки, сейф, куда спокойно влезает, допустим, ноутбук, смарт-ТВ диагональ 55 дюймов в технологии Plug and Play, кофемашина Nespresso, всегда 4 капсулы, колонка JBL, да, с технологией Bluetooth, то есть, пожалуйста, можно свою музыку слушать в номере, фен, гладильная доска, утюги, всегда укомплектованный мини-бар по приезду, тут у нас местное пиво, соки, прохладные напитки. По опустошению мини-бар пополняем без каких-либо доплат. То есть тоже, пожалуйста, это помните. Еще одна наша фишка – это рум-сервис 24 на 7, без доплат, без ограничений по заказам. Есть меню завтраков, обедов, ужинов, ночное. Можно заказывать напитки в номера. То есть действительно очень классная опция, независимо от того, какой тип номер, на сколько ночей вы приехали. Бесплатные звонки в континентальные районы Штаты и Канады. Ну, как видите, заключение Аляски и Гавайи, то есть тоже, пожалуйста, знакомым, родственникам звоните без ограничений. Wi-Fi без доплат на всей территории отеля. Работают как в номерах, так и у бассейна, на пляже, в ресторанах, в главном здании, везде. И доп. Услуги от личного ассистента, за исключением номеров Rock Royalty и более дорогих сьютов, потому что там ассистент уже включен в стоимость. Так, самый базовый тип номер называется Hacienda Deluxe Gold. Если видите приписку Double Beds, это две кровати 150 на 190. Если будет приписка King Size, то это одна большая кровать. Вот 45 квадратов, это минимальная площадь. Hacienda Deluxe Platinum Sky Terrace One Bedroom, то есть это вот одна такая спальня, и сверху, видите, идет лесенка вверх, и мы с вами оказываемся на террасе. Вот 90 квадратных метров, это полная площадь номера с учетом террасы. Какие шикарные виды. И по рум-сервис, соответственно, заказ еды и напитков возможен прямо сюда на террасу. То есть вы это указываете при заказе, и сотрудник прямо через специальную дверку напрямую вам вот сюда на террасу все это дело вынесет. Семейные номера двухкомнатные, 90 квадратов, одна спальня с большой кроватью King Size для родителей и вторая спальня для детей, да, то есть две кровати Double Beds. И дополнительные фишки мы ставим для детей, это приставка Xbox по запросу от родителей, всевозможные игрушки для пляжных активностей, да, то есть там совочки, ведерки и так далее. Рум-сервис специально для детей с детским меню, то есть это тоже обратите внимание, без ограничений по заказам, то есть все это тоже, пожалуйста, можно учитывать. Ванная косметика детская от L'Oréal и также мини-бар, но не пугайтесь, тоже с детскими напитками, шоколадом, содовой и так далее, то есть тоже это включено в стоимость. Hacienda Rock Suite Platinum 2 Bedroom, тоже 240 квадратных метров с фронтальным видом на Карибское море. Шикарные номера, как видите, здоровенная терраса, все очень стильное, фирменное, очень здорово. И Rockstar Suite 2 Bedroom, 463 квадратных метра. И в дизайне данного номера принимала участие сама певица Rock Royalty Level. Это клубные номера, специально для клиентов, которые хотят больше сервисов, возможностей, услуг. Это и личный ассистент с 7 утра до 11 вечера, и услуга по глажке одежды, две вещи на человека за период проживания, и большие тюбики фирменной косметики от Gilchrist & Soames. Это экспресс-доставка багажа, непосредственно Bellboy сразу к вашему номеру после чек-ина все доставит. То есть не нужно будет ждать ни 10, ни 15, ни 20 минут. Бесплатная чистка обуви, меню подушки, меню ароматерапии, подготовка джакузи номера, но обратите ваше внимание, что за 24 часа до предполагаемого времени нужно все это дело заказать. Личный ассистент для заказа услуг не только на территории отеля, но и можно его просить о доп. Услугах за территорией отеля, но стоимость нужно в этом случае уточнять. Приоритет по программам Pix & Mix – это аренда гитар фирмы Fender и специальных диджейских пультиков для создания треков. Бесплатный 25-минутный массаж для пар в
нашим фирменным рок-спа, да, это спа-центр, VIP-чек-ин и VIP-чек-аут, да, то есть заселение и выселение из отеля, возможность позднего чек-аута до 3 часов дня без каких-либо доплат, бесплатная пляжная сумка, одна на номер за период проживания, и также приоритет в бронировании Bali Beds на пляже, у бассейнов, то есть тоже это имеет место быть. И если нужна приставка Xbox, в эти номера мы тоже ее доставляем. Аквапарк Rockaway Bay работает ежедневно, здесь три зоны для самых маленьких, для тех, кто постарше, ну и уже такие более серьезные горки. С этой стороны располагается снэк-бар, закуски, напитки в течение дня. Здесь у нас располагается комплекс Woodward и Rectangle. Это комплекс экстремальных видов спорта, где у нас представлен скейт-парк, BMX, легкая атлетика, паркур, батут. Там даже есть лыжи и сноуборд на колесиках, что в принципе для Карибского бассейна это что-то с чем-то. Woodward и Rectangle идут за дополнительную плату, но на них действует скидка 75% на все услуги. То есть по факту получается примерно $25 за трехчасовую сессию, чего более чем достаточно. И зона 18+, напомню, она называется Heaven. Heaven – рай, небеса, поэтому, как видите, все с преобладанием белого и голубого. В этой зоне 394 номера, напомню, всего 3 здания, 4 ресторана, спа-центр, рок-спа, 75 кабинок для массажа и процедур, в том числе включая наш такой фирменный массаж Rhythm & Motions и Temazcal, да, знаменитый мексиканский, такая, скажем так, процедура в специальном. То есть она находится не в самом рок-спа, а в джунглях на территории отеля. То есть специальная хижина, где сидит шаман и проводит вот эту, скажем так, процедуру Temazcal. Очень интересная, поэтому обязательно ее бронируйте. Причем на них действует скидка 75%. Фитнес-центр Body Rock с бесплатными занятиями от Les Mills, что очень-очень важно для клиентов, которые предпочитают такой ЗОЖ-отдых, правильное питание, не отходить от тренировок и так далее. Гольф-поля. Фирменный Hard Rock Golf Club располагается в 15 минутах езды от отеля. Салон красоты Posh. Напомню, что он есть как в семейной зоне, так и в зоне 18+. The Sound of Your Stay. По этой программе бесплатно арендуем гитары фирмы Fender, проигрыватель для винила фирмы Crosley. Также можно взять диджейский пультик для создания каких-нибудь великих хитов. И с специального сайта можно прослушивать плейлисты, специально отобранные. Естественно, все ссылочки и пароли мы даем при заселении. Отдельно стоящий такой йога-темпл, да, такой храм для йоги, так называемый, где утром проводятся групповые занятия. 4 бассейна только для взрослых. Ночной клуб Heaven, он работает, как правило, с четверга по воскресенье. 6 баров и лаунж-зон. И, конечно же, также 24 часа обслуживания номеров, что мы с вами видели и в семейной зоне. Вот так выглядит главное лобби в зоне Heaven. То есть, как видите, все с преобладанием белого и голубого. Более такой современный стиль. Многим клиентам нравится. Lounge Heaven. Как раз здесь располагается большая барная стойка. В глубине мы с вами видим диванчики. Далее идет лесенка вниз, и мы с вами оказываемся уже в ночном клубе Heaven. И по центру у нас располагается бассейн. Поэтому можно брать с собой купальники, плавки в разгар вечеринки, сюда залазить. По ресторанам. Le Petit Cochon. Это французский ресторан, современная французская кухня. Всем рекомендую. Toro. Это стейк-хаус. Сочные стейки с видом на Карибское море. Шикарные здесь ужины. Los Gallos, мексиканский ресторан. Обратите внимание, что в этом отеле их два. Да, один ресторан Frida в семейной зоне и Los Gallos в зоне 18+. И ресторан Chao располагается в главном здании этой зоны. Это средиземноморская кухня. Да, на завтрак, на обед, на ужин. Также интернациональный буфет. Самый базовый тип номера в этой зоне называется Heaven Deluxe Gold, King Bed, одна большая кровать 2 на 2, 45 квадратов. По начинке, по сервису все то же самое, что в семейной зоне. Также есть номера с большой террасой, 90 квадратных метров, они называются Platinum Sky Terrace. Клубные номера Rock Royalty, с точно таким же набором услуг, что мы видели в семейной зоне. И фирменный Heaven Rockstar Suite. Two Bedroom, 850 квадратных метров, если в семейной зоне
к дизайну такого номера была привлечена Ферджи, певица Ферджи, то этой зоной занимался Брэд Майклс, известный американский исполнитель. Вот как раз здесь все в его в таком фирменном стиле. Ну вот видите, настоящий рок-номер со здоровенной безумной террасой. Ну, вот, если клиенты хотят самый дорогой тип номера, самые лучшие виды, то это сюда. The Sound of Your Stay про эту программу уже рассказал. Гитары фирмы Fender, проигрыватель для винила, музыку скачиваем. RockSpa 75 кабинок для массажа и процедур. Действует скидка 75%. То же самое с салоном красоты Porsche. Body Rock, он включен в стоимость проживания. Здесь зона свободных весов, тренажеры, кардиозона и также залы для групповых занятий, в том числе занятия от Les Mills. И отдельно стоящая йога-темпл в зоне 18+, да, для занятий йогой, то есть групповые занятия здесь проводятся. Иногда в том числе различные занятия от Les Mills также переносятся сюда, в зависимости от количества набранной группы. И напомню, что для групп, именно для корпоративных клиентов, у нас отдельное здание, отдельный конгресс-центр, где мы их принимаем. Как раз можно сделать вот такой приветственный коктейль и welcome drinks, да, то есть различные напитки, пожалуйста, алкоголь, не алкоголь, какие-то закуски можем сделать, то есть все это без доплат. То есть, напоминаю, при бронировании от 10 номеров, конференц-зал, кофе-брейки, гала-ужины, приветственные коктейли, в общем, все то, что в других отелях идет за дополнительную плату, в нашем Hard Rock отеле Riviera Maya идет без доплат. Это очень-очень важно, особенно если вы работаете в май-сегменте, либо планируете выходить на май-сегмент, вот, пожалуйста, об этом помните. Все различные залы, различные комбинашки, видите, они такие трансформеры, мы подстроимся под любые возможности. Свадебная тематика очень актуальна для наших отелей, потому что, как и в Канкуне, в Пунтакане, в других наших отелях, мы предлагаем две бесплатные услуги для молодоженов. Это пара в течение 12 месяцев после заключения брака. То есть можем предложить бесплатный пакет для молодоженов With Love. Он включает в себя апгрейд номера до следующей категории, ну, по возможности отеля на момент заезда. Игристое вино, сладости, фрукты при заезде, то есть тоже доставляем. Во всех номерах есть двухместное джакузи, его можем сделать в романтическом стиле. То есть, чтобы была пена, подсветочка, все по уму, все по науке. Также сделаем романтический ужин в специальной уединенной зоне нашего отеля. И, конечно же, романтический завтрак в номер. Специальная подача, специальное меню, сервировка, все как надо. Хотите в постели, хотите на балконе, все сделаем для вас. Значит, молодожены в наших отелях, учитывая, это считается пара в течение 12 месяцев после заключения брака. И также вот эти две бесплатные услуги можно предлагать парам, которые отмечают годовщину свадьбы. И для нас годовщина – это не только 5, 10, 15, 20, 50 лет. Это может быть и 2 года, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10, и 11, и 12, и сколько угодно. Главное, чтобы годовщина приходилась на период размещения в отеле. Значит, для пакета With Love бронируем любой тип номера от 5 ночей и не позднее, чем за 2 суток до заезда, отправляем нам скан либо фото свидетельства о браке. А вот пакет Ultimate Wedding Package – это уже полноценная, бесплатная свадебная церемония на пляже. Символическая, естественно. Мы ставим белую арочку с золотыми украшениями, будет ведущий, правда, на английском либо испанском, но пугаться не надо. В нужный момент говорим «yes», «si», либо что-то еще. Вот, будет игристое вино, сладости, свадебный торт, бутоньерка для жениха, букет для невесты, стереосистема, мейкап, прическа для невесты, маникюр для жениха, 50-минутный релакс-массаж до либо после церемонии, фотосессия, 40 фотографий во время церемонии, и также сюда автоматически добавляем бесплатный пакет для молодоженов без лав, то есть полный набор для того, чтобы клиенты отдохнули на 5 с плюсом. Но чтобы его получить, клиенты должны забронировать, я имею в виду, чтобы получить Ultimate Wedding Package, клиенты должны забронировать любой тип номера от 10 ночей. И не позднее, чем за 30 дней до заезда в отель, согласовать с нами дату и время церемонии, также скинуть нам свидетельство о браке. Но свидетельство о браке можно в последний момент, если, скажем, клиенты бронируют, скажем, за несколько месяцев до заезда, а женятся там за несколько дней до вылета, да, то есть такие случаи бывают, поэтому как без проблем мы идем навстречу. Но главное, вот это правило 30 дней до заезда, за 30 дней до заезда все должно быть согласовано в плане даты и времени. И также по ходу презентации я несколько раз говорил о скидке 75%. Все это благодаря нашей программе лояльности, ну, такой даже не лояльности, а просто нашей программе Limitless Resort Credit, которая, по сути, дает эту 75% скидку на экскурсии, спа-центр, салон красоты, гольф, аренду Bali Bass на пляже у бассейна и так далее, так далее. Данная программа действует абсолютно для всех гостей, независимо от того, бронируется проживание через туроператора, через принимающую компанию, через B2B онлайн-систему. То есть это действует автоматом.
Единственное, на кого данная программа не распространяется, это участники фан-трипов, увы, это участники пресс-туров и обладатели подарочных сертификатов. То есть, если от вас едет компания друзей, семья, молодожены, автоматически для них эта программа будет действовать. Ваша задача – не забыть им об этом рассказать, чтобы клиенты максимум выжили из своего отдыха, поездили по экскурсиям, но делаю акцент, они у нас на английском либо испанском, сходили в спа-центр, в салон красоты, в общем, отдохнули действительно на 100, а то и 200%, поэтому обязательно рассказывайте. И также, уважаемые туроператоры и агентства России, Украины, стран СНГ, стран Балтии, Скандинавии, ну и вообще, в принципе, да, наши партнеры из Европы, знайте, что с 1 декабря 2020 года мы запустили программу лояльности Vivant by RCD Hotels Europe, и зайдя по этой ссылочке, которая вот указана наверху, вы можете зарегистрироваться в программе и участвовать в ней. Что она дает? Здесь, скажем так, два механизма. Первый – это Vivant Rewards. Вы получаете баллы за бронирование наших отелей, то есть все отели холдинга RCD Hotels учитываются, не только Hard Rock Hotel Riviera Maya, получаете баллы и их можете обменять на бесплатное проживание для себя. И второй пункт – это Vivant Special Events. Самые лояльные партнеры, туроператоры и турагентства, которые получают наибольшее количество баллов при бронировании наших отелей, отправятся с нами в 2021 году на два увлекательных мероприятия. Первое – это Superbra Summer, гастрономический фестиваль в нашем уникальном отеле Unico 2087, только для клиентов от 18 лет. В июле-августе 2021 года сюда приедут именитые шефы, обладатели одной, двух, даже трех звезд Мишлен, и без доплат для гостей отеля они будут готовить свои фирменные блюда. Так вот, трое турагентов, которые 1 июня 2021 года наберут наибольшее количество баллов за бронирование Unico 2087, полетят с нами на данный фестиваль. То есть мы вам полностью оплачиваем авиабилеты из вашего города до Канкуна и обратно, проживание 5 ночей в Unico 2087, все трансферы по прилету в Канкун, да, и обратно, соответственно, еда, напитки и такс нас, потому что система All Inclusive. Поэтому дерзайте. И второе мероприятие – это прощальный концерт Элтона Джона, который состоится 3 ноября в Лондоне на арене O2. Элтон Джон завершает свою карьеру, и по этому поводу будет этот сумасшедший, как мы ожидаем, концерт. Мы выкупили специальную VIP-ложу на 30 человек, и лучший турагент, лучший партнер, который 1 сентября 2021 года наберет наибольшее количество баллов за бронирование отелей нашего холдинга. Это может быть только отель Hard Rock Riviera Maya, может быть все вместе, да, тут заявка, тут заявка, тут заявка, тут заявка, там, или там 10 заявок по каждому отелю. Соответственно, кто больше всех наберет баллов к 1 сентября, полетит с нами в Лондон. То есть, опять же, оплачиваем полностью авиабилеты из вашего города до Лондона и обратно, проживание одна ночь в центре Лондона, трансферы до арены O2, VIP-вход, вот эта VIP-зона с безлимитной едой, напитками, премиальным алкоголем. В общем, действительно такое историческое событие, как говорится, не каждый день у Элтона Джона прощальный концерт. Поэтому, коллеги, регистрируйтесь, дерзайте, копите баллы и надеюсь, что в следующем году с кем-то из вас увидимся на этих мероприятиях в Unico 287 и в Лондоне на концерте Элтона Джона. Ну и на этом, в принципе, я заканчиваю. Напомню, меня все так же зовут Роман Салагов, представитель компании RCD Hotels и всех тех легендарных и классных отелей, которые входят в наш холдинг, в том числе Hard Rock Hotel Riviera Maya. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал RCD Hotels Rus, где ежедневно я выкладываю интересную, полезную, классную информацию по отелям нашего холдинга. Смело весь этот материал используйте в своей работе. Всем желаю легкой продуктивной рабочей недели, побольше бронирования Мексики, Ривьеры Майя, ну и теперь вы знаете, какого отеля. Конечно же, Hard Rock Hotel Ривьера Майя. Как семейная зона Асьенда, так и зона 18+. Have. Всем спасибо,